делаешь? Что ты делаешь? Летим вперед! Что ты какой? Ты что делаешь? Твою мать! Винтель! Винтель! Быстро! Винтель! Винтель! А куда парашют делся? Почему парашют не работает? Винтель, врубай, какой парашют! Винтель! Подожди, еще здесь топливо! Да нажми на эту кнопку! Топливо! Нажми на кнопку! Тихо, нет! Кнопку! Не трогай! Да! Наконец-то! Твою мать! Сверхновая! Эй, друзья, здорово! Ищите прикольных роликов по CSGO? И вообще фанатеете от CSGO? Тогда заходите на канал Шеймана. Не знаю, каким образом этот человек связан с Шей. Возможно, это человек Шея. Интересно, это такая, короче, змея, да? Ладно, в общем, этот человек Шея снимает очень много всяких разнообразных интересных роликов. Так что заходите на канал, в описании ссылка и в аннотациях. Ну и подпишитесь, что ли. Бля, ковров бомбометание. Колометание, блин. Ты мои все деньги спускаешь на такое говно. Да уволь ты этого козла уже, он запарил, блин, гальмовать там, блин, мой бензин проедает. Мои деньги. Я его для этого и нанял, как ты не понимаешь. Ты будешь отвечать мне за это все. Насяника, твой конструктор сработал, сделал хорошую ракету, смотри какая. Ну я старалась! Ты бестолочь, я знаю, что это будет очередной провал. Нет, Асяника, я обещаю, она взлетит. Я уже не выдерживаю. Смотри на Асяника. У меня уже сил нет на это смотреть. У нас 5 кадров FPS в секунду. Ой, какой ужас, блин. Ты что, не мог купить камеру получше? Да какие бюджеты выдали, такие купили. Так набросрал все, блин, на запуск межконтинентальных баллистических ракет. Да все нормально. Смотрите на Сяника, какие космонавты, довольные мана. Сейчас мы еще... Да они в шоке, ты посмотри на первого. Сейчас мы еще газ в пол. Да смотри, они в шоке. Они в шоке, ты посмотри. Это ж не ракета, это паром космический. Все нормально? Ду-ду. Вырубай винтели. Погоди, не-не-не, они ж поджарят сейчас все нахрен. Нам нужно, чтобы топливо здесь кончилось. И найти насяника подобумана. Смотри, они в шоке, они охреневают. Они охреневают от всего того, как это работает вообще нахрен. Ну оно же работает. Сейчас что-то будет, ваш заново. Я доставлю этот батон на орбиту космическую. Почему огонь фиолетовый? Это нормально. Почему огонь фиолетовый? Что ты в этот раз туда залил? Ты решил сэкономить? Ну да. На чем ты? Ты нашел на чем сэкономливать? Ну, вместо бензина куриный суп, он дешевле стоит. Какой куриный суп? Там куриная моча, блин. На полбакса дешевле стоит. На полбакса? Я вам сэкономил деньги. Да ты мне на колбасе сэкономил, блин, за 15 рублей колбасу купил, блин. Где 985 рублей оставшихся? Купил он, блин, колбасу, блин. Везде сэкономил, блин. Дай сядика, не ругайтесь. Откуда? Как таких только земля носит? Как таких только земля носит, блин? Инструктора, конструктора, блин. Наша ракета нагревается. Полундра. О. Врубай винтель быстро. Подожди, насянника. Рубай. Ракета успокоится немножечко. Рубай. Немножечко успокоится. Рубай. Ракета должна, мы должны сделать. Успокойся, все будет хорошо! Врубай винтель! Подожди, винтель. На земле нужна вода, врубай винтель. Что это? Мы улетаем в космос. Это... что это? Затихшее... Что это? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Мы летим вперед! Что ты, какой? Ты что делаешь? Твою мать!
Винтель! А куда парашют делся? Почему парашют не работает? Винтель, врубай, какой парашют! Винтель! Подожди, еще здесь топливо. Да нажми на эту кнопку! Топливо! Нас все увидят! Все нормально, вы в космосе, это можно в космосе. Я же говорил, Морис, мой план удался, мой план удался! Батон не с нами? Мы создаем сверхновую. Даже не это я создавал, а ты всего лишь финансировал. Где мои денежки? Сверхновый. Они все вложены с большим смыслом. Где 985 рублей? Ну а что ты хотел на такие, на 985 рублей построить ракету? Смотри, какое я тебе сделаю за 985 рублей. За что мне наказание такое? Откуда такие люди берутся? Все нормально, что ты переживаешь, ты смотри. Сколько еще топлива? Блин, только... Все нормально. У нас даже парашют есть. Один. Ну и как круто. Да. И кого мы будем спасать? Оп, упс. Неужели мы добрались? А что у нас? Почему? Где наше топливо? Мы, кажется... Топливо где? Мы, кажется, в атмосферу выбились, да? Да. Ой. Ой. Смотри, какая красота. Ой. Твою мать, мы возвращаемся! Чёрт! Да вот стремительно возвращаемся! Или что это было? Да. Смотри, они довольны. Вау! Ну они же на землю возвращаются! Ура! Наконец-таки это закончился! Сейчас мы будем дома! Твою мать, парашют не работает. А где он вообще находится? Ну вот он наверху. Так давай, это самое, давай парашют быстро. То есть как мина вот какая-то. Он, парашют, но... Видимо, из-за того, что я поставил на него мини-двигатель. О, нет! О, черт! Это каким идиотом надо быть! О, блин! Ты эвакуационный выход заделал! Черт! О, май год! О, идиот! Ну ты же просил, поставь парашют, не забудь парашют. Не... Я не забыл! Где мое повышение? Я про парашют не забыл! Какое нахрен повышение, ты маньяк зеленых человечков, блин! Не переживай! Мы приземлимся! Зачем ты это делаешь, идиот, кусок? Да все нормально! Ты что ты это посмотри? Да все в порядке! Ты посмотри, он как брелок вращается, блин! Что да ты все, делаешь? Все как, хорошо! Это ж нунчака какая-то, ты что ты делаешь? Мы уже замедляемся! Прям на парашют это самое, паркуйся уже! Блин... Погоди, он, кажется, все-таки распустился или не распустился. Че с ним? Парашют! Парашют, вернись, он я все прощу. Он что ли, открылся? Наверное, я не знаю. Только ракета заболела геморроем, блин. А, вот он парашют, смотри, вот он выглядывает. О, май гад! Банан! Ой, он сломался. Он сгорел! Он сгорел! Твою мать! Его кто-то всосал. Твою мать! Эвакуация! Срочная эвакуация! Выкидывай их нахрен так. Ой, конфетти. Насяника, не переживайте. 985 рублей потрачено не зря. Оно и видно. Ну ладно, раз ты так переживаешь, я могу эвакуировать их прямо здесь на старте. Смотри. Сейчас высаживаем их. Прямо вот тут вот. Вот тут вот. Да высаживайся ты. Да вылазь, тебе говорят. Не хочет! Да им клен. Они не... Я им клен на стуле налил. Они не хотят вылазить, они боятся. Я говорю, я клен на стул им подлил. Они не вылезут при всем желании. Да ты изверг. Изверг просто. Как ты мог? Чтоб ты один раз оказался на их месте.
И на моем месте тоже, когда я на Луне ходил. Тебе разве не понравилось? What the fuck? Винтель. Ты в курсе, что после таких взлетов нам другие страны объявят войну? Нормально. Все прошло здесь. Они... Смотри, они даже не умерли. Они не умерли. Нам одного, объявят войну, решив, что мы запускаем ядерные ракеты на них. Да? Да ничего же не летит. А, не летит. Черт, кажется, сейчас Америка огребет. Ух ты. Отличный корабль. И еще один. Да хрен с ними, пускай объявляют. Мы будем отражать атаки. Да какое отражать, блин, ты только запускать умеешь. Да пофигу, будем как сможем. Ты понимаешь, что мы с тобой, блин, устроим ядерную третью мировую войну, блин. И чё? О май год, глюк, коллапсник, блин. Смотри, оно разогревается. Глюк, ты в курсе, что ты коллапс создаешь, блин? Со скоростью 2000 метров в секунду. Ты хренов андронный коллайдер. Я? Нет, я. А ну-ка, друзья, кто из вас хочет увидеть, как Глюк или он будут устраивать третью мировую войну в Kerbal Space Program? Если хотите, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мой или он, а ссылочка есть в описании. Вот. И в следующем видео по Kerbal Space Program вы это увидите. Вот. Всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не с Глюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Пара-пара-пара-пара-пара-пам. Пам-пара-пам.